Это вес, вес, вес. Всем привет. Додо влог. У нас ветер. Я хочу снимать клип, но не знаю, как снимать в такую непогоду. Ходит туча. Ветер. И что самое худшее? Снег. Представляете? Сегодня только у нас 22 сентября, а уже снег. Я сейчас, похоже, придется удалить некоторые файлы, потому что на клип, похоже, не хватит времени. У меня мой телефон может снимать только 12 минут. Поэтому удалю сейчас некоторые файлы и начнем снимать клип. Клип специально для хейтера Владислава Завгородней на его канале. Ну, у меня есть такой подписчик, который называется «Хейтер Владислава Завгороднего». И этот клип специально для него. Он просил у меня клип пародию на Фейса, на один из его треков. И сегодня я его сниму. Фух. Что ж. Вот такая погода на плане. И вот такая погода сейчас. И мы снимаем клип. Офигеть. Я первую часть отснял. Фух. Вообще холодно, у меня руки замерзают. Я еще в кожанке. Потому что не хотел сниматься в той куртке, в которой я приехал. Дорога у нас вон. Вся в лужах. Вот. И мы сейчас идем на наш рай. На поле. Да, ребята? Да. Да уж. Вы идете? Ну что ж, вот так у нас здесь. Что ж, дайте снять клип. Додо влог. Нам осталась еще одна локация. У меня вон уже ботинки все мокрые, вон. Я иду по такой грязи. Ну, в основном вон там грязь. Дальше вот трава, но все равно мокрая. После дождя у меня руки вообще вон красные, замерзают. Ой. Но мы продолжаем снимать. Моя съемочная группа уже где-то вон там, за теми кустами. Видите высокие кусты? Вот там моя съемочная группа. Она туда идет. Да иду, иду я! Иду! О, ну вообще. Сегодня вообще у нас снег целое утро. Целый день. Мы выбираем перерывы. Такие. Мы уже изучили перерывы. Снега и с этими. Дождем. Ой, вот. Я сегодня спрашивал у Яндекс Алисы. Такой, на всякий случай, когда будет первый снег. Яндекс Алиса говорит, не поверите, он уже идет. А я говорю, понятно. Вот. Таким образом. Снег. У меня рука вообще замерзает. Возьму вторую руку. Ой. Ну вообще. Вон мой дом стоит. Желтый. Ну я лучше домой пойду. Ну сначала, наверное, снимем. Клип. Я думаю, эти деревья где-нибудь снять. Вот, поэтому не знаю. Или в дальних деревьях, там дальше еще деревья. Потому что как бы в деревьях нормально снимать. На поле вот было нормально. Я знаю, что вы думаете. Вы думаете, это так легко, он просто взял там каких-то пару человек, пару школьников там каких-нибудь. Или там еще кого. Смотрите, какая сосна. Не вариант. Вот. И это.
и снял клип, и все это было легко для него. Но это не легко. У нас нету школьников. У нас был, правда, школьник. Но его уже нету. Вот. Поэтому, что я хочу сказать. Это сложно. И трудно. Особенно в такие холодные дни, осенние. Кстати, это последний клип в этом году. Ой, наконец-то клипы закончатся. И в следующем году уже будут новые треки, клипы. И может когда-то я сниму клип на песню Fashion Spasm от группы Время и Стекло. Вот я сейчас поставлю этот трек, и вы его послушайте. Он еще, конечно, тихо играет, чтобы вы слышали еще и меня, и слышали этот трек. Но мы уже почти пришли. Что вот? Вы слушаете трек Fashion Spasm, а я уже пока идти и смотреть места. Кстати, я выключу трек, когда мы уже придем к месту, где я хочу снять. Повернула голову, бедро в сторону, локоток на косточку. Позочка, делай фоточку. Вот я на корточках скорчила мордочку. Телочка, а замоки, а замоки. Я же себе скрывает, ничего не скажет. Так, ребят, скажите, мы пришли. Я сейчас поставлю на паузу и проверим. Да, ребята, мы нашли это место. Почему так темно? О, это лучше. Все. Ребята, начинаем снимать. Мы продолжаем снимать клип. А вы наслаждайтесь. В принципе, ни один мой клип не отходится без какой-то лишней херни. Вырезать я ничего не буду, что я додумал. Поехали. Ребята, представляете, осталось буквально последней локации, и у меня сел телефон, на который я снимаю. Потому что я хочу показать вам тучу, которая идет. Я сейчас снимаю на старый телефон. У меня на телефон было 25%, а осталось 0. Это все связано с холдом. Смотрите, что движется. Вот это вот движется сюда, где мы снимаем клип. Поэтому я сейчас иду домой. Только я иду не в ту сторону. Там нужно встать. Пойдемте домой. Я сейчас поставлю там свой телефон, который я снимаю клип. Зарядку. Зарядку. Ну, с нашей сегодняшней группы. И мы продолжим снимать этот клип. Нам осталась буквально одна локация. Мы продолжим снимать. Ой. Когда телефон мой. Второй. Но новый. Подзарядится хотя бы на 20%. Увидимся. Всем пока. Всем привет. Dodo Vlog. Мы на канале Face Эшкере. Эшкере. Я думаю, что вы меня все-таки слышите. Потому что я сейчас говорю громко. В общем, мы на последней локации клипа на песню Face. Вот. И я сижу на плитах. Мы уже сняли клип, что я посмотрел. Клип сразу начал снимать эту музыку. Как обычно. Я одеваю шапку. Что дальше? Так, я ничего не забыл. В общем, оператор меня сейчас снимает. Хотя шучу.
меня сейчас оператор не снимает. Оператор ушел. Все ушли. Поэтому я доснимаю этот клип один. Или доснял. Я сделал 3 фотки. Они будут у меня в ВК. И в Инстаграм. Кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм. Ссылка будет в описании. Также подпишитесь на мой канал. Вот кнопочка подписаться. Если на вас красная, сделайте ее серой. Подпишитесь на меня. Вам же не сложно. Можете не нажимать колокольчик, но просто подпишитесь. На вас кстати колокольчик, чтобы приходили на меня моих новых видео, додо-блогах, клипах и пранков. Может, я когда-нибудь сниму скетч или челлендж. Или что-то еще. В общем, смотрите, что я придумал для того, чтобы камера меня снимала. Вот. Камень и палка, которую я вбил в землю. Знаю, это маленько звучит странно, но все-таки так. Вот плиты, на которых я снимался и сидел. К сожалению, качество там будет не такое, какое сейчас здесь, потому что качество я поменял в самую последнюю минуту перед фотографиями. Додо-влог, похоже, выйдет в 2 частях. Может, в одной. Смотря, как это будет. Ну что ж, время уже 7 часов вечера. Вы, возможно, этот додо-влог увидите в 9, может, в 10, а может и через минут 30-40. Смотря, как я его смонтирую. Додо-влог я монтирую сам. Клип я монтирую не сам, я их отправляю в наш офис мозги, который находится в Украине, в Киеве. Я отсылаю туда кадры своих вот этих клипов. И там в офисе монтажники их монтируют. В этих деревьях. Вот видите, шевелятся листья. Ну и там то же самое. Как бы. Вот. Поэтому, что же я хочу вам сказать. Но, в принципе, я все сказал. Еще раз подписывайтесь на мой канал. Мой канал называется Face Эшкере. Эшкере. И ждите сегодняшний клип на песню «Твою тёлку». Хейт Владислава Завгороднего. Это специально для тебя. Кстати, вот канал моего хейтера. Видите? Вот. Ну, что ж. Всем спасибо. И всем пока. Я пошел.